Стать здоровым, обрести любовь и благополучие можно в единственном в мире Симбирцитовом музее. В этом посетителям поможет уникальная экспозиция. У фонтана можно попросить вторую половину, погладив жар птицу, обрести благополучие. А если посидеть на троне, то непременно появится здоровье. А еще в Симбирцитовом зале можно почувствовать себя настоящей хозяйкой Медной горы, примерив на себя корону из красно-желтого целебного камня. Свои волшебные свойства симбирцит накапливал многие тысячелетия, вбирая в себя силу природы. Ну, на самом деле, тут у каждого предмета, так скажем, есть свой символизм. Вот. Ну, я была непонятна, это символ плодородия, и также это символ поколений, пришествия поколений. Много же всяких рассказов и рассказов были связаны с яблоней неоднократно. Также у нас представлена, значит, экспозиция редких именно палеонтологических образцов. Среди них представлен уникальный в своем виде аммонит, который носит нашу семейную фамилию. Идея создать симбирцитовую залу родилась еще 30 лет назад. И вот спустя годы мечта воплотилась в реальность. В частном музее-салоне множество уникальных природных и арт-объектов. Формироваться коллекция начала с добычи камня отцом Владлены, Андреем. Этот процесс долгий и сложный, искать приходится вручную. Затем камень стали обрабатывать и делать сувениры. Рождались и отрабатывались методики и технологии для обработки добываемых пород. Сегодня симбирцит для Ульяновской области считается одним из символов в крае и его уникальной достопримечательностью. Симбирцит несколько уникальностей. Во-первых, он находится только в Ульяновской области. Это его единственное месторождение в мире. Больше он нигде не встречается. Формирование симбирцита отлично от формирования других камней. Оно именно связано только с либо с окаменевшими моллюсками аммонитами, либо с окаменелостями от древних ящеров водоплавающих. Это должна быть либо кость, либо это фрагмент какой-то двустворчатой раковины, либо это как раз-таки аммонит. И вокруг дальше начинает образовываться вот эта вот порода симбирцита, как бы окутывая его. Узнать историю уникального ульяновского камня, добыть маленький артефакт и сделать фото в симбирцитовой короне на троне можно в музее-салоне по адресу улица Марата, 25/22. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.